I used to think I loved you, now I know it ain't true, now I know it's not you. 50 on my boxes, bitch, I know you see me, shining in my white tee, it's easy. И всем привет, ребята, вы на канале Римчик. Сегодня я вам хочу показать, как скачать SAMP 037. Для этого вводим скачать SAMP 037. У меня просто отсоединена клавиатура, я заранее написал цифровой клавиатурой. И тут вот бла-бла-бла-бла-бла-бла, ищем. Но ни на какой из этих сайтов не заходим, просто сюда и пишем... Liberty City. Вот так вот. Liberty City. Запускаем первый же сайт. libertycity.com SAMP 037 для GTA San Andreas. Запускаем. Скачать файл. И ждем 25 секунд. Ну, я могу зайти в аккаунт, но это мне нужно вспоминать пароль, логин. Если вы зарегистрируетесь на этом сайте, то тогда уже сможете без ожидания скачивать файл. Осталось уже 5 секунд, пока это все объяснял. И нажимаем download. Для тех, кто не зарегистрирован. Вот эту вот кнопочку download. У меня скачивается SAMP 037. Я, к сожалению, не смогу проверить, так у меня с видеокартой проблема. Будет видеокарта новая, я даже стримы буду записывать, если будет возможность. Смогу даже стримы записывать, если будет возможность, еще раз говорю. По Сан-Андреаску без лагов. А то это и так NVIDIA. Так это еще и... Ну, будет и та видеокарта. Ну, так как у меня уже скачан этот SAMP. А точнее, он не скачан. Нифига не скачан. Ждем, пока скачается. Осталось 4 минуты. Короче, не будем жертвовать вашим временем. Я тут, ну, так как у меня уже скачано, просто пишу SAMP 037. Ой, SAMP, вот. Запускаем наш SAMP. Запускаем архив. И нажимаем на вот эту вот кнопочку. У нас вылетает это окошечко. Нажимаем I agree. И тут проводим путь к вашей сан-адреске. У меня это компьютер. Локальный диск D. San Andreas, GTA San Andreas. Это стало то самое адрес плюс мультиплеер 03. Вот, нажимаем сюда и окей. Install. И ждем. Все. Можете наслаждаться своим сампом. Можете наслаждаться своим сампом. И на этом конец. Все. До свидания и всем пока. Где тут у нас? Опа.